Хочешь выиграть танк мечты? Тогда подписывайся на канал, жми на колокольчик и ставь лайк данному видео. Также пиши комментарий со своим ником. Более подробная информация в описании. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. Сегодня у нас видосик с итогами на танк мечты. Все это дело мы проводим, ребята, у нас на стримчике в конце месяца. Поэтому тот конкурс, который вы видите у себя перед экранами, ну, постоянно, да, в начале ролика, мы, ребята, его делаем итоги в конце каждого месяца, поэтому не забывайте приходить на стримчики и также нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить этот розыгрыш. Ну, ребята, естественно, в данном ролике у нас также есть конкурс на 1000 лайков. Для этого вам нужно будет всего лишь поставить за пару часиков 1000 лайков под данным видеороликом. И я вам в подсказках, в верхнем правом углу появляется значочек такой восклицательного знака, беленький такой на белом фоне кругляшок. Там будет промокод тут, заходите, и там, ребят, появится промокод, как наберете только 1000 луксов. Поэтому поехали, погнали выбирать итоги. Точнее, как они, ребята, у нас проходят. Сейчас я вам это все дело покажу. У нас есть ролики, да. Я, ребята, считаю количество роликов, которое у нас вышло за целый месяц. Вот, потом мы это количество роликов, то есть от 1 до, допустим, 60, да, если у меня там вышли именно 60 роликов за месяц. Вот, мы это все дело считаем, вставляем сперва в рандом.орг, генерируем, получается, допустим, цифра 34. Мы берем, ребята, ссылочку на 34 ролик, допустим, этот, там, копируем и вставляем еще на один сайтик, рандом.орг. И здесь, ребята, уже генерируем комментарии, которые вы пишете и которые нужны как раз-таки для того, чтобы получить приз. После чего, после того, как вы выигрываете, я, ребята, дарю вам подарок. У вас должны, ребята, вот здесь галочка стоять, что принимать подарки от всех. Вот. Если как бы у вас будет скрыт, точнее, не будет стоять эта галочка, я выпущу это видео, у вас будет в течение 2 дней шанс и получить себе этот танк мечты, просто открыв эту, получается, поставив эту галочку, чтобы вы могли принимать подарки от всех. Я вам еще буду пытаться каждый день слать подарки и с вами связаться, что вам купить. Не что вам купить, а что вам прокачать, что вы выбираете для своего аккаунта. Поэтому, ребят, как-то так. Сейчас мы это все будем дело подводить на стримчики, поэтому приходите на стриме, я оставлю сейчас на паузу. Ну, естественно, уже продолжим, как мы с вами выберем победителя, а зрители сейчас это все будут наблюдать у нас на стримчике. Так, ну что ж, ребят, вот он наш и победитель, это Дамир, ник у него Лорд, ник «Хочу танк мечты». Все очень просто, подписчики, ребята, я уже его проверил, все у него сделано, лайки поставлены, все четенько. И звание у него... Вы просто смотрите. Ворон, офицер 5. Серьезно. Блин, я не знаю, конечно, что он себе выберет из этого всего. Но давайте спросим у него. Сейчас отправим подарочек. Ну и, соответственно, спросим, что же вообще он выбирает. Лордик, что ты выбираешь? Ку, ты выиграл танк мечты. Пиши. А может, он анимированную краску выберет? Давайте сперва так вас спросим. Что ты выбираешь? Танк мечты или любую анимированную краску на выбор? Давайте, ребята, вот так ему отправим. Спросим. Подарочки у него открыты. Соответственно, чувака я поздравляю. Будем ждать, когда он мне отпишет. И, соответственно, это все дело получит. Также, ребята, мы сейчас с вами еще немножко поговорим на эту тему. На как раз таки тему того, получается, что... Как вообще этот танк получить. И, ну, я уже вам объяснил, но, ребята, опять же, нужно сейчас еще небольшую такую черту подвести, чтобы ни у кого не было никаких сомнений в том, что он делает все правильно. Ну, естественно, также еще стоит сказать о том, что этот чувак еще выберет. Нет, это уже в другом ролике я скажу, когда ему уже зачислят это все, и я, соответственно, покажу вам это на его аккаунте.
Поэтому, ребята, сейчас ставим на паузку и чуть-чуть попозже продолжим. Ну и, ребята, также, если вы не выиграли, не переживайте, не беспокойтесь, вы при этом абсолютно ничего не теряете, то есть вы либо выигрываете, либо не выигрываете. Вот, но, допустим, у меня есть такая возможность на моем канале раз в месяц сделать счастливым какого-то одного из подписчиков, то есть, ну, каждый день мы делаем счастливым наших подписчиков многих, там, допустим, мы устраиваем с вами и конкурсы на контейнеры, там, и на стримах разыгрываем, та же контейнер, куча всего, там и спецухи также я вам разыгрываю, ребята, каждые стримочки там, ну не каждые стримочки, я имею в виду, если там какие-то у нас стримы проводятся, там на бустер или еще на что-то. Опа, чувак ливнул, походу его мамка заставила делать домашнее задание. Вот, и поэтому, ребята, чтобы у вас не было так, как с тем чуваком, списывайте домашку со школоло, без рекламы и ерунды, ссылку оставлю в описании. То есть делаем розыгрыш для вас вообще без базара. Вот, но там мечты, такой у нас крупный розыгрыш, сами понимаете, сколько это дело у нас все стоит именно в кристальном эквиваленте. И, ребята, также, да, я вам еще напоминаю, что помимо танка мечты, как вы, наверное, сегодня видели, потому что я чуваку написал, у нас пятый воронтик, он может выбрать себе абсолютно любую анимированную краску на выбор. То есть, допустим, матрицу, ту краску, которая падает только с контейнеров, там синестезию, да вообще без проблем. То есть, все, что его душа пожелает. Если как бы он выберет, и если он захочет, напишите провайдер, я хочу себе, допустим, на аккаунт синестезию или матрицу. Да, братиш, вообще без проблем, как бы получай ее, ты у нас выиграл, и ты можешь выбрать либо себе полностью прокачанный корпус, пушку и модуль, либо какую-нибудь анимированную краску. То есть довольно-таки неплохо, довольно-таки прикольно, и я очень счастлив, если честно, что у меня есть такая возможность, ребята, вас такими призами баловать. Уже, блин, даже это, язык немножко заплетается, потому что... Блин, ну мне как бы особо это не нужно, я мог как крыса полнейшая себе эту тему, да, забирать, а вообще там розыгрыши не делать. Но я так посидел, подумал, и не было даже, знаете, никаких сомнений в том, что как бы я буду это разыгрывать именно своим подписчикам, потому что вы меня смотрите, ребята, вы меня лайкаете, и, соответственно, нужно делать для своих подписчиков вот такого вот рода подгонщики, тем более вы это, ребята, у меня заслужили, вы у меня большие молодцы, в последнее время набираете просто лайки, там, я вам отвечаю, целыми фурами, я даже иногда не успеваю следить за тем, как вы так быстро набираете луксы, то есть я обычно за роликом там слежу, если косарик там у нас набирается, практически всегда стараюсь в течение одного часа там уже промокодик скинуть, но иногда прям вы настолько это все быстро набираете, что я просто сижу такой, что, кого, как вы набрали, как вы это сделали, типа какого фига, ребята, как вы так жестко луксы-то заводите. Вот за это, ребята, соответственно, вам большое спасибо, ну и за это от меня вам такой подгончик в виде вот танк мечты на розыгрыш. Сегодня повезло одному чуваку, завтра, допустим, ну не завтра, в следующем месяце повезет, ну допустим, вам. Блин, ну бывают же, да, такие вот совпадения. Вот у меня есть один чувак, именно вот знакомый, который у меня выигрывал танк мечты. Это наш модератор, кусок арбуза на стриме. Мы тоже тогда сидели на стримчике, делали итоги, там сидело около 600 или 700 человек с нами на стриме. И получается... Такие делаем, и херак, просто комментарий нашего модератора куска арбуза, он выигрывает танк мечты, он просто начинает в чате визжать как сучка, это было что-то с чем-то, если честно, даже я, ребята, удивился, потому что, ну блин, камон, типа, ладно, я привык, что обычно, когда такие вот розыгрыши делаются, да, крупные, выигрывают обычно люди, которых я, ну, вижу либо только в комментариях, либо первый раз вообще вижу у себя под видеороликами, когда они вот выиграли, да, и я сейчас им буду зачислять тот самый приз, да, довольно-таки ништяковский. Вот, то есть такая тема только происходит, но здесь же выиграл у нас чувак, которого я знаю, который каждый день приходит там на стримчики, который каждый день модерирует, мне помогает с этими стримчиками, это, блин, ну, мне кажется, это довольно-таки прикольно, и я, ребят, говорю, есть шансы выиграть абсолютно у всех, поэтому... Не переживайте, участвуйте в конкурсе, я вам, ребята, еще раз говорю, вы абсолютно ничего не теряете, но зато в конце месяца, прикиньте, если выиграете, будет довольно-таки неплохой такой презент, типа, вот, заходите, да, а там вам от меня подарочек приходит, что, блин, братан, здорово, а ты у нас, оказывается, выиграл танк мечты,
Поздравляю, выбирай абсолютно любую пушку, корпус, модуль. И как бы ты у нас будешь в шоколаде. Поэтому, ребят, кому понравился данный видеоролик, не забывайте также ему ставить лайки, также подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами был Вайдер, всем пока-пока. Show.